Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я получила свой очередной заказ, заказ компании T&D и спешу, конечно же, с вами поделиться. И первое, с чего, в общем, наборами заказывала. Наборы такие некоторые. Пишется набор, да, состоит всего лишь из одного продукта. Почему набор, не могу понять. Кто, если девочки более-менее знаком с компанией T&D, вы, пожалуйста, мне отпишитесь, что это за набор, какой набор я вам буду показывать все по ходу дела. И первое, цены буду озвучивать сразу. И первый набор. Тианде, компания Тианде, соль грейпфрут, соль для тела 380 грамм, довольно-таки увесистый и большой объем, артикул 30-222, другая реальность. Натуральный экстракт грейпфрута имеет удивительно нежный, свежий, с пикантной горчинкой аромат. В составе комплекта ингредиентов он благотворно влияет на тургор кожного покрова, увлажняет, смягчает, а в сочетании с солью придает коже сияющий вид. Мельчайшие кристаллики соли мягко удаляют омертвевшие клетки, стимулируя процесс регенерации. Обладая легким эффектом пилинга, соль активирует кровообращение, выводит токсины, повышает тонус и эластичность кожи, способствует избавлению от целлюлита. Здорово. Применение равномерно нанести на влажное тело, обильно смыть затем водой и хранить в сухом прохладном месте. Вот такое, вот такая вот соль. Замечательно. Это один из первых продуктов. Следующий продукт из набора — это вот такой лимонный пилинг. Беру первый раз, для меня также это в диковинку и в новинку. 120 грамм, артикул 30-201. Этот лимонный пилинг удаляет роговевший слой клеток, выравнивая и обновляя верхние слои эпидермиса. Применение: нанести небольшое количество на кожу, помассировать круговыми движениями в течение 1-2 минуты, а затем смыть водой. Как я понимаю, да, лимонный пилинг это все-таки для лица, хотя ничего про это не указано. Выравнивает и обновляет верхние слои эпидермиса. В общем, ничего не указано. Вот такой замечательный лимонный пилинг. Так по аромату. Как-то и особо, друзья мои, я и не скажу. Цвет очень красивый цвет, мне очень нравится. Так. Следующее из этого набора — это вот такой мандариновый ликер. Я уже дизайн просто великолепнейший и просто шикарнейший. Я уже на аромат уже попробовала. И вы знаете, друзья мои, как-то вот уже не первый гель беру. Да, как бы в Тианде довольно-таки дорогие гели. Но я бы не сказала, если вот в других прямо, ну, компаниях, да, в частности Фаберлик, да, если уж цитрусы, то цитрусы бьют прямо в нос. Здесь, видимо, более натуральный, да, состав, более как-то приглушенная. Экспортировать до декабря 2022 года. Побалуйте себя божественной спа-процедурой, спокойствием и уединением. Почувствуйте гипнотический аромат мандарина, подарите себе возможность отстраниться от проблем и оказаться в маленьком уголке рая, созданном специально для вас. Все-таки
Артикул 32623. Здесь у нас 250 грамм. Ну вот я говорю, что вот по аромату маленько дизайн, конечно, шикарнейший. Мандарины, ну, ел и ел, хоть и, собственно, летний период, а мандарины хочется. А летом, мне кажется, ну, хочется. Хочется и хочется. Я не знаю, как вам. А мне, я зайду, вижу мандарины и беру. Конечно же, беру, помаленечку беру. И этот набор, состоящий из трех продуктов, мне обошелся, цена без скидки 1183 была, 414,05 была скидка, и мне он обошелся, этот набор, за 768 рублей 95 копеек. Следующий набор. Почему набор, не могу понять до сих пор. Это вот такой вот кремушек. Крем 10 мл. И крем — это дневной крем для лица сенсации. Идеальная основа для макияжа. Применение, куда нанести, вы прекрасно знаете. Да, те зоны, которые требуют коррекции. Подходит для нормальной и склонной к жирности кожи. 10 мл. И на удивление, в общем, один пишется набор, да, но в наборе всего лишь один этот дневной крем для лица по цене 159,90. Это уже окончательная цена, а на сайте 246 рублей. Почему набор, не знаю, не могу про это сказать. Следующее, заказала пасту, которую я вам показывала, помните, пасты, и заказала, собственно, ну, уже получается во второй раз, да, зубную пасту. Здесь 120 грамм, да, тут как бы у них в основном стандартные пасты. 60-142 артикул с натуральным океаническим жемчугом. Это зубная паста, которая очищает зубы от налета, прекрасно очищает. Я уже пользовалась ей. Больше сияния белизны, препятствует возникновению зубного камня и придает свежесть дыханию. Так, ну вот, маленечко, смотрите, вот такой вот как бы брак. Кто-то уже, видимо, пытался вскрывать или как. Ну, в общем, сейчас давайте посмотрим, как здесь. Значит, экспортировать до ноября 2022 года. И она белоснежная. Это зубная паста. Вот такая белоснежная. Отличная, приотличная зубная паста. Всем, конечно же, рекомендую. Кто еще не попробовал, но это она уже... В общем, поставлю я, друзья, вот таким вот образом. А эту все-таки выкину, она вся помятая. И не есть хорошо смотрится. Следующее. Ну, Тиандэ никак без... У меня заказ не обходится без ежедневных гигиенических прокладок «Энергия жизни», которые также не дешевые. Одна прокладочка стоит 95 рублей. Да, как бы скидочка у меня, понятно, да. И за 5 вот таких штучек я заплатила 309 рублей 0,5 копеек. «Энергии жизни». Здесь прокладочка каждая, помните, я как-то показывала, каждая прокладочка пропитана прямо... Ой. Травой прямо, да, у кого нет аллергии, прокладки лечебные, всем рекомендую. И думаю, ну, многим это нравится, раз цена не падает, а наоборот увеличивается, значит, люди берут, значит, это народу надо, и это необходимо, они действительно лечебные прокладки. Следующий, первый раз, вот посмотрите, какой дизайн, вы посмотрите, какой красивый шампунь, какой густой, очень густой шампунь. Эко Девита серия, как я понимаю, возрождающий шампунь с корнем женьшеня для деликатного очищения. Здесь действительно, вот он,
Корень – это все, друзья мои, не картиночка-картинка, если вот там вдали, да, то здесь прям что ни на есть настоящий корень женьшеня. Давайте посмотрим, что же нам заявляет производитель. Шампунь возрождающий с корнем женьшеня для сильно поврежденных, ослабленных и окрашенных волос. Высокоактивный экстракт живительного корня питает волосы, способствует их росту, укреплению, восстановлению поврежденной структуры по всей длине. Максимально мягкая формула бережно очищает, не пересушивая даже очень чувствительную, склонную к шелушению кожи головы. Волосы приобретают здоровый вид, становясь более сильными и сияющими. Здорово. 200 миллилитров. Ну, такой вот небольшенький довольно-таки объем. И очень даже хорошо. Артикул 28812. Очень красивый шампунь возрождающий. Как я понимаю, что корни, видимо, заставляет работать. И это очень и очень даже, в принципе, хорошо. И этот шампунь мне обошелся без скидки 399 рублей, со скидкой за 259 рублей 35 копеек. Следующее, друзья мои, и, конечно же, пробегусь очень быстро. Быстренько покажу. Это прокладки на критические дни. Программа «Женское здоровье». Я вам как-то их показывала. Здесь по 8 штук. Артикул 61902. Так. И они, скорее всего, друзья мои, разные. Получается, что 3 штуки. Эти прокладки с фитомембраной. Очень хорошие посередине. Они также пропитаны травами. Не зря, да, что энергии трав. 3 штуки в моей упаковке. 391 рубль. За одну, плюс у меня была скидка, и за 3 штуки я заплатила 762 рубля 45 копеек. Я оплачиваю это все на сайте, оплачиваю онлайн, дабы лишний раз на почте прийти, получить, да, и все, в принципе. Так, следующее. Также прокладки, также женское здоровье, дневные супер на травах. Заказала я 2 штучки, вот такие вот дневные супер. Так, не две, друзья мои, а 3. 61912. Да, 3 штуки. Они, как я понимаю, супер абсорбирующий верхний слой. Крылышки, да, и плюс капельки. По капелькам. И эти прокладки, нефритовая свежесть, мне обошлись 369 рублей. Одна штучка за 3 719 рублей 55 копеек. И хочу показать, знаете, тоже набор. Набор называется «Рациональное питание вкусно и полезно». В состав входит, значит, вот такой пектиновый кисель омолаживающий соком черники и голубики. Тоже очень красивый такой, без сахара, 37 килокалорий, с пребиотиком, в общем, на 200
миллилитров это все. Помните, я как-то брала 19, 54, 25. Так, вот один кисель. Также кисель я уже брала такой. Пектиновый кисель баланс с соком облепихи и яблоком. Это у нас уже очищающий с пребиотиком, 30 килокалорий, без сахара. Артикул 19-54-24, если вдруг кто-то захочет взять, я мало ли, посмотрев мое видео, да, и захочет взять. И вот такой вот крем-суп беру первый раз, не знаю даже, не требует варки. Здесь у нас свален... Сквален амаранта, инулин и ценные аминокислоты без консервантов. Крем-суп этот сливочный с брокколи, тыквой и чечевицей. Ну, в общем, попробуем. Масса 25 грамм. В общем, питательные вещества на одну порцию вы можете посмотреть. Артикул 19-54-28. Так, как способ приготовления: добавить 100-120 миллилитров кипятка, тщательно размешать. Через 2-3 минуты продукт готов к употреблению. И что входит в состав? Картофельные хлопья, мука амаранта, мука чечевицы. Ну, в общем... Мука. Одна мука. Заменитель сухих сливок, инулин, брокколи, тыква, шпинат, лецитин, паприка, морковь, соль пищевая, укроп, чеснок, диоксид кремния, антислеживатель, аскорбиновая кислота, антиокислитель. В общем, вот такой вот крем-суп, собственно, взяла попробовать. И этот комплект — рациональное питание, в которое входит два киселя, да, сливочный суп, 138 рублей. Со скидкой мне обошелся за 89 рублей 70 копеек. Вот, в принципе, друзья мои, и весь заказ. Заказ с компанией Тианде, думаю, довольно-таки приличный. Ну, заказывала, конечно, одними прокладками никогда у меня не обходится. Хочется, когда появляется что-то новое, хочется взять, конечно же, новое. И этот весь мой заказ обошелся на сумму 3262 рубля, включая НДС. Вот, друзья мои, и весь мой замечательный, отличный, даже сказала бы, необычный заказ с компанией Тианде. Кто, может быть, подписан на эту компанию, кто берет с этой компании, конечно же, жду в комментариях. Кто также не берет, а решил бы попробовать, ссылочку на сайт я, конечно же, оставлю под видео. А вам я желаю отличнейшего настроение, всем вам счастья, всем вам здоровья, всем вам любви. Начинается лето, завтра 1 июня. Всем вам солнечных, прекрасных летних деньков. Всем пока!